Кыргызы. Их было 1500, они обещали остаться, но по факту переселенцы все-таки сбежали из региона. И действительно, с них очень трудно вернуть те компенсационные выплаты, просто это невозможно. Между тем, профильная госпрограмма все-таки работает. Почему опыт заманить рублем и ошибиться не становится горьким? А еще откровенные истории тех, кто уезжал, но вернулся. Я здесь, я люблю город Биробиджан. И аргументы людей, которые, несмотря ни на что, остаются преданными своей малой родине. Там меня никто не ждет, там, а здесь у меня есть все. Если ты живешь в городе Биробиджан, ты уже, можно сказать, на 50% счастливее. Об этом в специальном репортаже 5 декабря на телеканале «Россия-24». Пока это вся информация. До встречи в эфире телеканала «Россия».